Я вернулся в Nuka Vault и бросил Катю и взял Стронга. Вот он, красавец. Дал ему эту дубину, супер. И сейчас иду сдавать 3 задания. Больше пока это вроде как Радиант квесты брать не буду. По одному достаточно. Ну. It's done. Well, that didn't take long. Not sure the big boss man needs a piggly reward. Fair's fair. Here you go. So, don't suppose you want to help me out with another little sum-sum? Do I look like I want to run your errands? Big boss man has big boss man things to do. Ooh, I got ya. Так. Первое задание сдано. Посмотрим, как этот супермутант себя будет вести. Во всяком случае, пушка у него самая серьезная. И подозреваю, что молотком он тоже может управляться. Неплохо. Он же здоровый лось. Так, где тут эти? А вот в этом здании. Мэгс, Уильям и Лиззи. Never did get why Coulter brought in 3 gang to claim Nuka World. I mean, he had us. Boom! Don't need the rest. And that's how it's done. Job handled with aplomb, no doubt. Take this. Payment for services rendered. I did have another task set aside. Up for another round? I think you're confusing me with someone who gives a shit. Very well. Only thought you might value an opportunity to display your support. Так, 2 задания сдано. И последнее. I thought about trying my hand at the gauntlet just to see if I could do it. Waste of time now. No one's stopping your performance. Things are boring as hell since Nisha made us team up. I ain't no fan of playing nice. Damn Nuka Cola song stuck in my head again. That last one died too fast. I'm losing my touch. Наверх поднялись. Так, значит, это мы не сюда, а на лестницу. Sure, we carry guns, but knives are where it's at. It's not fun unless you're up close and personal. Never understood the power armor thing. А еще выше. I hope those traitors realize they're only alive because we allow it. Did you miss me? Not bad. Here's your cut. I suppose you earned it. I got something else, as usual. Interested?
I think I'm gonna pass on that. You're seriously saying no? I think Gage and I need to have a little chat. Так, ничего у них тут хорошего-то нет. Ужасы какие. Наверное, не стоит при ней взламывать, да? Ну, пойдем отсюда. Так, спрыгнуть, думаю, можно. Might get hurt falling like that. I'm just being honest with you. Anyway, so Atlas calls. Так, ну а теперь, собственно, переход к основному телу эпизода. Я беру вот это задание за гранд-тур, и выбрать тут нельзя, да? И смотрю, ближайшее место, которое можно зачистить, где оно от меня? Киди Кингдом. Так, где оно? Вот тут. Оно вроде близко, только оно же за стеной, да? А, можно выйти. Вот, отлично. Вот на самую большую стрелочку. Вот сейчас одно зачищу. И это будет эпизодом. 95 метров было, когда я начинал фразу. Стронг, ну-ка, продемонстрируй свои способности. Дяде Даготу. А, стоп. Стрелочка была, да, вот отсюда. Да, 43 метра. И пропала. Значит, она за там 40 с чем-то метров исчезает. Дальше иди типа по наитию. Иди Кингдом. Чего там? Кто? Где враги? Ну... Чего? Up, performers. It's time for another show. Though I don't know. Тут радиация, ёлы-палы. Shall we take bets on where this one shall go? What do you think, friends? The tunnels? The funhouse? Так, я возьму. Я ж, собственно, не за этим сюда пришел. Идти Кингдом просто убить всех. Ну-ка. Остальные, зачем мне это вот это? Это другое задание, ребята. Вы что? Я вот это хочу выполнить пока что. Что не буду тут сейчас все сразу делать. Если это, конечно, не одно и то же. Так. Радикс, да, я выпью. Стронг, работаем? Ну как? Работаем. Да. Только что-то он этот не очень умирает. Так, что у тебя есть-то? Punishing metal. А, отражает. Ну, мили дэмидж. Кого это волнует? Кстати, а могу ему дать броню какую-нибудь? Ну-ка. Эй, what? Да елки, стой, да стой же ты, блин. Это ж невозможно. Кривые руки, блин. Ну. Стой спокойно, блин.
О, трейд. Допустим, вот эту броню не могу ему дать. Ну, то есть дать-то я могу, да. А могу ли я надеть вообще на него? Или он какой-то должен специальную свою? Так, а где тут вообще? Take, inspect. Нет. А, вот, Т вообще нет, эквип. Возможно, он сможет... Возможно, он сможет специальную эту... мутантскую броню носить. Я ее не подбирал вообще. Типа, нафиг она мне нужна, да? Так. А что ж тут защищать-то, ребята? Я не очень-то улавливаю. Вы хоть бы это... Какие индикаторы дали, кого болить-то конкретно. Радиации тут сколько, блин. Зараза. Еще темно, блин. Хоть бы день был бы. Невозможно играть. Награды во имя надо. Так, а нет, это все стрелочки. Заколебали они со своей радиацией, это придурочные, блин. Я не представляю все зону, которую надо защищать. Иди Кингдом. Ну и вот. Ну ладно. Пойду дальше. Господи, включите свет, а? Ради бога. Ничего ж не вижу. Я еще в Киди Кингдом или где? По границу иду, да? Или нет? Ну, вон тут какие-то еще. Кто это вообще? Господи. Черви какие-то. Полезайте. Должен быть, наверное, внутри забора, да? Вот этого. Стены, вернее. За стеной. Это уже, наверное, другая территория, считается. Кузнечик какой-то. Тут тоже радиация. А можно присесть до утра подождать? А, нет. Я ж не в комбате, как где? О, меня никто не атакует. Но где врагов нет? В чем проблема? Ну-ка. До утра, а? Сейчас 10, еще 10 часов подождать. Хоть понятно было, чем я занимаюсь-то вообще. О,
солнышко. Наконец-то. Ну чё, как там? Ой, всё прошло. Так, засейвлю здесь. Так, вот он, Kiddy Kingdom. Да, за забор не выходить вот этот. Значит, внутри действовать. Только опять сразу радиация начинается. Врагов. Врагов нет. Вот, это ж чуть напугал меня, ёлки. Возьмешься в друзья супермутантов, они тебя будут пугать. Ничего, все еще нахожусь внутри. Хватит прыскаться своей дрянью, ёлки, придурки, блин. Так, это выход уже получается, да? Это выход, мне не надо выход. Здесь я вообще зашел первый раз. Сюда можно пройти? Нет. Так, а вообще какие-нибудь здания с дверьми, там, с локациями в этом Kiddy Kingdom есть? Ничего. Ребята, а что ж делать-то? А где враги? Так, вот это еще Kiddy Kingdom. Или уже нет? Ну-ка, сюда, если пройти. Вот ты, батенька. Во-во, враги повылезают, наконец-то. Хамкин райфл, пардон. Двойной делает дэмидж, если цель полное здоровье. Ну, это неплохо, в принципе, да, конечно. Патронами полярными стреляет. Я еще в Kiddy Kingdom, или я уже не в Kiddy Kingdom? Так, посмотреть. В нем, я внутри еще все, внутри. Дашка, а тут 10 радиаций. Да вы что, ребята, ну как так можно вообще? Это считается будет Kiddy Kingdom или выход уже? Дверь куда? Ах ты, зараза. Рукой
ножик-то реально крутой. Так, ну это ж просто ужас какой. Сколько их тут еще долбить? Надо мне туда идти-то или не надо? Что-то вот это вопрос такой, как бы, важный. Так, а это что? Так, а сюда надо идти или не надо? Ой, блин. Так, вон красная точка какая-то. Ну где она? Потерялась. А, вон она, вальнул. Ситуация, когда их уже мало оставалось, там показывались индикаторы, что вот, мол, они. А сейчас ничего нет. Опять я весь в радиации. Да что ж такое? Что там, это здание, что ли, идти надо все-таки мне? Радыкс надо тоже съесть. Я не вижу здесь больше врагов-то. Так, это здание находится внутри этого. Кингова-то. Может быть и внутри, не совсем ясно. Так, сейчас я где? Coca-Cola Castle, это что? Сейчас. Ну, зайду, я не знаю, надо мне, не надо заходить. You finally arrived! Quickly, the show is about to begin! Какое я задание выполняю? За гран-тур мне показывает выйти отсюда надо. Вот так-то.
Значит, сюда и не надо было приходить. Куда вот меня индикатор? Вниз куда-то меня ведет. Как-то не богато тут на подсказки, вот прям скажем. Не богато совсем. Куда это? Куда он ведет? Что? Просто сейф какой-то. Как обычно, ничего нет. Несколько патрончиков там. На сей раз серебряный ножик. Стронгу это не нравится. Батеньки мои. Да вы чё? А чё тебе не нравится-то? Что я за... Как это может не нравиться? Так. С другой стороны, у меня же сейчас включено куча совершенно этих индикаторов, и они могут вести одновременно во все стороны. О, это же вообще путаницу вносит полнейшую. Может быть, мне и надо было в тот дом идти? Здесь-то же никого нет. Никаких врагов. Они вот есть, пожалуйста. Ну, один там. Восемь радиаций. Ну ж. Еще враг. Ну. Опять все выветрилось. Я не знаю, что делать. Но все это очень неинформативно совершенно. Куда мне идти-то? Ну вот он же из другого задания вот это вот гонит на меня. При чем есть вот это все? Или идти в тот дом? Нет, еще есть, пожалуйста. Так, у меня появились красные индикаторы этого... А, нет, это... Так. Может, это как раз последний, нет? Вот еще красный. Нет, это не последний. Он убил его, да? Reds try to make strong weak. Опять. Так тут же вроде... Я не знаю, в какой сейчас зоне нахожусь. Показывает метров сюда. Еще. Ой, умирать-то нет. Так,
Кого он там бьет-то? Ножичек хороший. Ну, понятно, дорогой, короче, берем. Hitman Combat Show плюс 10%, когда целишься, ну, тоже неплохо, в принципе. Если только не 10 было, а 100, например. Так, теперь мне показывают это 87 метров. Куда? Боттеринг плант. Это входит в это задание или нет? Я еще Китти Кингдом не выполнил. Ну шо вот мне. Ну другой это уже гонит-то. Ну это радиация уже просто задолбала. Батеньки мои, там еще туннель есть какой-то. Какой-то. Я весь в радиации. У меня уже эти штучки заканчиваются против радиации. Уж никогда столько просто не было. What are you doing out of costume again? You know Nuka fires people for his character. А, наверное, за окном я не задел. Yes, of course, I'm kidding. But seriously, the clown makeup helps scare the invaders off. Completed such the tunnels. Так, это какое задание? Magical Kingdoms. О, господи. А это? Вообще непонятно. Ёлки, куда я попал? Чёрт, подери. Ой-ой-ой-ой-ой. Ему-то пофигу. Вот это вот, когда 85 тысяч заданий одновременно включено, совершенно невозможно понять, куда реально надо идти. Не могу отключить вот эти остальные зоны. Ну вот что мне вот этот индикатор показывает на эту дверь? То он мне показывал в эту дверь, теперь из нее вот что? Сейчас будет показывать на дверь? Точно так же показывает на дверь. Да? Прекрасно вообще. То есть ему пофигу. И из двери надо, и в дверь надо, и все одновременно. И можно без хрена.
А куда на самом деле? Догадайся, мол, сама. Вообще офигеть можно. Пойду какую-нибудь другую зону там замочу, уже задолбало это. Где я хоть? А, я все еще в этой киде зонта, елки-палки. Так, я думаю, надо все-таки переключиться, потому что пока этот надо мной издевается, вот этот вот придурок, вот, надо вот это понять, что надо это выполнить. Иначе это будет... О, опять так точно. Да я ж вас вроде мочил уже, мочил, и вы опять здесь. Надо вот это задание попробовать. Так, куда поэтому в таком случае заданию идти? Куда-то сюда тоже. Куда сюда-то? Здесь тоже прохода нет. Батеньки мои, совсем запутали меня. Радиация, радиация, радиация. Весело, что ли, радиацию ловить? Опять два индикатора все время. Where are you even going? At this rate you'll starve to death in there. Ну, один, по крайней мере, сюда идет. О, господи. Опять мне надо жрать это от радиации. Заканчивается. Что тут индикатор чего? Так, ну. I didn't think you'd make it this far. I can tell you're different than the usual invaders, so I'll not bother with the usual tricks and illusions I use to scare off the superstitious. When the bombs fell, everything changed. We changed. And somehow, I received a gift. Actual magic. The stuff of legends. Perhaps you'd like to see some. Да мне пофиг, если честно. No matter what you do, I can heal my friends, and we will protect what is ours. Gotta steal your brain. Куда показывает у меня индикатор? На выход? Здесь все, да? Ну ладно, хотя бы одним, одной стрелочкой меньше станет, уже проще искать. Ну, где ты спрятался, придурочный, блин?
Я так понимаю, без него, пока он жив, ничего не сделаешь, да? То есть это все будет продолжаться, и радиация, эти гулы будут выползать. Он же говорит, что их может это оживлять постоянно. То есть это все. Надо с этим сначала разобраться. Как только. А, левел ап, да я знаю, что я левел ап. Как мне пройти-то к нему? Опять радиация набирается в вагон. Ну да, я feeling lost тут как... Не знаю, кто вообще. Ага, приближаюсь к чему-то. К чему-то я... На, вот же здание. Фармхаус. Ну давай, что тут? Какие козни припасены? Так, что? Зеркала. Очень страшно. Сюда. Вот это мне не нравится, что этому Стронгу не нравится, конечно, что я замки ломаю. Ну как так? Как же мне не ломать замки? Вы что, опупели? Оставил, но вам плевать, разберется. Стимпаков у меня много, не жалко. Так, что тут бежать надо? Ну побежали. Так, что тут? Перепрыгивать на ту сторону надо. Да, засейвиться надо. У меня тут это бег с препятствиями, что теперь будет. Так, сейчас это уберу штучку. Не так просто тут перепрыгнуть-то. Так, сейвимся. Дальше, что? Не получилось, ждем. Это что? Открыть. Понятно. Изначально. Так, ружье мне сейчас не нужно. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Угадал, пять не угадал. Наконец-то.
Use nausea mode. Окей. Еще раз сейвлюсь, потому что долго он скрывался. Ну так с сейвами и пойду. Так, сюда. Сюда. Стоп, это я не назад иду. А, нет, я не тут, не сюда пошел. Так, а куда мне надо-то? Сюда, что ли? А, точно. Так, ну-ка засейвиться. Сюда нет? Нет. Туда, в большую трубу. Так, а что тут? А, тут дырки есть. Тут есть дырки, в которые можно свалиться. Ух, сколько? Да ты еще туда. Хороший ножик, прям вообще класс. Не, опять по-хорошему засейвлюсь, потому что такие дела тут. Как это называется, то, что я сейчас делаю? Magical Kingdom. О, господи, это еще что такое? Ладно. Гравитация, по крайней мере, не нарушается. О, ёлки. Кто на меня налетел? Все. У меня там еще один недобитый валяется. Один остался. Полуживой. Где он, кстати? А вон он, нет. А Стронг уже там. Ну-ка, что тут у нас? Что тут у нас? Сейф. Обычно ничего нет. Радовый, правда, если это. Опять ему не нравится. Ёлы-палы, как же я буду достигать-то с ним это? Ну, не любви, конечно. Как это? О, чёрт, а где я вообще? Заходил там. Нафиг это нужно мне. Так. Здесь что есть? Ничего тут, по-моему, нет. Здесь еще есть ловушка, есть. Здесь еще есть симпак, есть. Так, дальше красная дверь. Тут что? Ничего. Тут у нас Стронг, да? А, это же есть выход. Так, я остальные двери-то смотрю. Надо же было догадаться, что... Где Стронг, там и выход. Естественно. Стоп, у тебя там нет какого-то руки журнала? Или мне показалось? Ну-ка. А, это Бёрд, сожженный журнал. Чёрт. Здесь что, ничего. Стена. Так, а может мне сюда надо? Ну-ка. Господи, это я назад вернулся. Это я назад в ту же дверь зашел. Значит, мне к этому надо, да, Стронгик. Че ты побитый сидишь? Так, засейвлюсь еще раз.
все затягивается, конечно. Так, идем. Что здесь? Здесь есть что-нибудь? Such fun house. А, это я вышел, откуда пришел, только да, сначала туда ходил. Теперь мне сюда, значит, наверное. Так, что-нибудь сделать можно? Нюк-эликсир. Бинго. То есть это что-то хорошее, да? Я, наверное, в химическом, на химическом столе смогу делать. Клоус? Зачем мне Клоус? Мне не надо Клоус. System Access. Это мне зачем? Это мне тоже не надо. Мне надо вообще второй раз не собираюсь проходить. Так, ничего тут, компьютера нет никакого. Терминал. Открыть двери. Есть открыть двери. Давай, давай, давай. Давай, чё. Только не Гришу, я обратно сейчас пойду. Зачем я здесь? Это же где я был уже? Зачем я здесь? Зачем я здесь? Абсолютно. Ну ладно, я по крайней мере подобрал журнал. Мне надо выйти, что ли, опять? Как так? Это все, для чего это все это проходил-то? Он меня провел через этот весь лабиринт. Я вышел в том же месте. Ничего не получил. Да никакого ключа там даже. Хорошо. Что дальше? Конфрант, наконец-то. А где он? Где он? Я уже хочу вломить этому придурку. Он меня достал. Так, это вообще не здесь. Вот там, в этом, да, вот там. А как туда попасть? Как туда попасть-то? Как мне туда попасть, а? Радиация задолбала уже. Вон туда, да. Как мне туда попасть? Не здесь, не здесь. Как же мне туда попасть-то? Здоровья уже вообще не осталось. Ну это же меня назад что-то привели, получается. Да елки-палки. Сейчас с ума сойду. Как все запутано-то, блин. Или не назад. Так. Таблеток нет.
но я здесь был. Мне пофигу, амбуш там весь, это я его порву сейчас, придурка. А если нет, перезагружусь. Нормально все? Смотри мне. Ну и рожа у тебя. Ну. You raiders are all the same. You come into someone's home, steal their belongings, and kill those they care about. I'm not going to let you kill any more of my friends. This is our home, not yours. I'm not your enemy. This can end without bloodshed. We've defended this place for over 200 years. Do you think you are the first outsider I've met that's chosen to brand feral ghouls as monsters? How many of them have you needlessly slaughtered while ignorantly thinking you're doing the world a favor? You've been here for 200 years? Why? We worked here as entertainers until the bombs fell. The radiation may have changed us, but we decided to make this place our home. Over time, the illness took the minds of my friends and those that we love. I am going to find a cure and fix my friends before someone like you comes along and exterminates us all. Stay away from Glow. Ghouls like your friends, it's too late for them. The radiation changed them. Forever. So you're admitting my friends are sick, and yet you try to kill them anyway? I'd say that makes you the only monster around here. It's not a sickness. The radiation has consumed their minds. They've become feral. You're wrong. Rachel is going to find a way to cure them. We're going to fix this. My beloved left this place years ago to find a cure to this disease. In return, I swore that I'd keep our people safe by defending our home. When Rachel walks back through those gates with the cure in hand, then you'll see, everyone will see, that I was right. If there is a cure, the only way she'll find it is with your help. Maybe you're right. If Rachel is still out there, I'll find her, and we'll search for this cure together. I'll gather what remains of my friends, and we'll leave this place in your care. Don't worry about the radiation. It will no longer be a burden to you and your kind. Here, you should have this. Consider it an apology for misjudging you. Хорошо. Шляпа? Farewell. О, и очистил я это самое. Так, а свалить отсюда нельзя. А вот радиация вроде пропала. Вот на этом я и выполнил квест, который называется... Черт знает, как он называется. Ну, потом найду. И все, на этом заканчиваю запись.